был сегодня в 9 утра абонемент. Да, я с товарищем был, и сыну товарищ купил. То есть мы купили сегодня 3 абонемента. Победы, в принципе, ожидаем во всех матчах. И в Лиге чемпионов, естественно, выход из группы. Хотелось бы посмотреть хорошие команды. Барселону желательно. Ну и, как минимум, выход в полуфинал Лиги чемпионов. Хорошие зрелищные игры. Абонементы берем, то, что, наверное, и гораздо легче, что билеты не подходить к кассе, не брать уже постоянно одни места, тем более привыкли еще с прошлых, с «Металлиста» посещать стадион наш прекрасный. Ну, ожидаем больших побед от «Шахтера», самое главное. Показывают хороший футбол. Конечно, Лига чемпионов в Харькове – это великолепно. И с нетерпением ждем этих матчей.